До этого момента мы с вами большее внимание обращали на социальное состояние православной церкви, на организационное, на взаимоотношения между церковью и государством. Может быть, мы чуть меньше внимания уделяли, собственно, богословским вопросам, но сейчас пришло время поговорить о том, как развивалось православное богословие в тот же самый период времени, когда происходило такое политическое пленение православной церкви. И Здесь ситуация тоже была не слишком радостная, ну, по крайней мере с православной точки зрения, потому что наряду с политическим пленением православной церкви происходило и так называемое богословское пленение. Православное богословие подвергалось определенным искажениям. И чтобы ну, понять эти искажения, мы чуть-чуть опять вернемся по времени назад и поговорим о событиях XVI века. 16 век, я напоминаю, это время в том числе и ереси жидовствующих. И помните новгородского митрополита Геннадия, который предлагал бороться с ереси жидовствующих, используя опыт испанского короля, который всех еретиков в Испании поджигал. А на самом деле это не единственная апелляция к западному опыту. Помимо этого было да вообще достаточно широкое латинское влияние на новгородскую церковь. И Геннадий ну, он достаточно был активным и епископом, много чем занимался. И в частности, например, при Геннадии была издана на русском языке так называемая Геннадьевская Библия. Дело в том, что когда Кирилл и Мефодий перевели а, Библию на славянский язык, они, я уже говорил, перевели не Библию полностью. Они перевели часть Библии, именно ту часть Библии, которая используется в основном в православном богослужении. Те вещи, которые не имели особой богослужебной значимости и не были переведены. И до э, конца 15 века на русском языке не было полного текста Библии. Вот как раз епископ Новгородский Геннадий был тем, который озаботился этим вопросом и решил, что полный текст русской, ну, или славянский текст Библии необходим. И вот как раз при Геннадии начались работы, по переводу недостающих частей Библии. Что для нас еще интересно в этих работах, то, что к работе по переводу Библии Геннадий привлек латинских специалистов, привлек католиков. Не нашлось, может быть, православных специалистов или, может быть, какого-то доверия к ним не было, но когда понадобились переводчики, то были приглашены католики, которые переводили Библию не с греческого или еврейского текста, на котором она была написана, а католики, естественно, переводили Библию с латинского текста. Поэтому Геннадьевская Библия представляет из себя очень интересную картину. Часть там восходит к греческим текстам через перевод Кирилла и Мефодия, а часть восходит не к греческому оригиналу, а восходит к Вульгате. Особенно это заметно в Ветхом Завете. Собственно, и Ветхий Завет Кириллом и Мефодием переводился не с еврейского текста, а с греческого перевода. А теперь недостающие части Ветхого Завета переводились даже не с греческого перевода, а с латинского перевода на русский. Поэтому Геннадьевская Библия в переводческом отношении представляет себя довольно такое разнородное сочетание различных текстологических традиций, но тем не менее на многие годы Геннадьевская Библия стала стандартной Библией для русской церкви, и потом уже при Елизавете была проведена серьезная редакция, была выпущена так называемая Елизаветинская Библия, и Елизаветинская Библия с тех пор, со времен Елизаветы и до сегодня является стандартом славянского текста Библия и используется там в православном богослужении и в православном богословствонии. А также при Геннадии не только Библия переводилась с латинского языка, переводились различные латинские богословские книги. Вы помните даже спор с жидовствующими и нужны какие-то аргументы против жидовствующих. понятно, что можно казнить, но хотелось бы людей и убеждать в чем-то, а где взять аргументацию, если кроме Иосифа Волоцкого, в общем-то, из русских авторов пока никто и не готов писать на богословские темы. И все-таки некоторая литература упускалась в те времена, но это была католическая литература против иудеев, и она переводилась на русский язык. Так что мы видим, в Новгороде было определенное может быть, даже достаточно сильное католическое влияние, которое потихоньку через Новгород начинает распространяться и на остальную церковь. Помимо всего прочего, помимо каких-то богословских трудов или переводов, это проявилось даже в иконописи, потому как западная и восточная традиция иконописи достаточно сильно отличается. Мы потом чуть попозже с вами посмотрим православные иконы, пообсуждаем что же они из себя представляют, но через Новгород появляются изображения, выполненные вполне в западной традиции. Эти изображения вызывают определенные споры. И помните, Стоглавый собор занимался вопросами иконописи, хотя Стоглавый собор в основном настаивал на том, что нужно следовать образцам Андрея Рублева. Это такая традиционная восточная иконопись, прежде всего. Но и новшества, Принесенные с Запада с собором тоже были утверждены. Был некто Диак висковатый, выступавший на соборе против этих новшеств. Его выступление было осуждено. И как пишет Флоровский: на соборе произошла победа западничества под знаком старины и собирания. Поэтому мы видим некоторое латинское влияние через Новгород уже приходит в русскую церковь, но наиболее сильное латинское влияние было не через Новгород, а наиболее сильное латинское влияние было через Малороссию. Малороссия в течение долгого времени развивалась независимо от русской церкви. Мы с вами уже обсуждали, там был и отдельный патриарх, Плюс, там была особая политическая ситуация, связанная с принадлежностью Малороссии к Речи Посполитой, но в Малороссии тем не менее развивалось православие за счет православных братств, за счет попыток какого-то проведения какого-то православного образования, и в конце концов, даже за счет того, что Петр Могила создал в Киеве учебное заведение, которое сегодня, называю, впоследствии, точнее, получило название Киево-Могильянской Академии для того, чтобы в Малороссии появлялись грамотные, получившие образование священники. Но создавать образовательную систему с нуля невозможно. Чтобы была образовательная система, нужны люди, способные преподавать. Прежде чем появятся собственные ученики, должны появиться собственные преподаватели. И в Малороссии возникла серьезная проблема. Где взять собственных преподавателей? Откуда они возьмутся? Обратиться к грекам было уже чрезвычайно сложно, потому что, напоминаю, Греция, Византия, они в течение долгого времени находятся под турецким владычеством и на территориях турецких не очень-то легко развивать какое-то собственное образование, поэтому и там у греков тоже упадок образовательный. И в Малороссии был найден Специфичный выход из ситуации, который заключался вот в чем: молодые люди принимали католичество, ехали на Запад, учились в католических учебных заведениях, получали там хорошее европейское, правда католическое образование, возвращались домой, каялись в своих заблуждениях, переходили в православие, и в православие. Появлялись грамотные, получившие европейское образование люди, да, но при этом они православные, которые могут быть священниками, которые могут обучать других. Причем даже вот этот первоначальный маневр а, с переходом в католичество, фактически он был изначально задуман и совершался с, с одобрения, а, в том числе и священников, которые, и епископов, которые потом принимали покаяние. Иногда даже были попытки учиться в протестантских учебных заведениях, но не очень активные, потому что католики обучали бесплатно, а протестанты деньги просили. По этой причине в основном предпочитали малороссы учиться у католиков, а не у протестантов, просто из экономических соображений. И поэтому появился определенный класс потенциальных учителей, но здесь стоит отметить, что вместе с этим возникла и определенная проблема. Проблема в чем заключается? Что человек, он, конечно, в душе считал себя православным, приверженцем православного богословия, православного богослужения и так далее. Но представьте себе, что он в течение многих лет учился в католическом учебном заведении, впитывая католические идеи и впитывая католическую методологию, западную методологию, западный подход. И, конечно же, это не могло не сказаться на взглядах тех людей, которые потом возвращались и которые создавали богословскую школу Малороссии. Кстати, эта проблема не только малоросская, эта проблема и в, в тот же самый момент достаточно остро стала и в греческой церкви, по той причине, что греки, в общем-то практически тем же самым методом получали образование и тем же самым методом пытались создать свою богословскую школу и может быть просто как самый вопиющий пример это то что произошло не в малороссии даже это то что произошло все-таки в греции когда патриарх константинопольский кирилл Лукарис, в 1631 году опубликовал свое исповедание веры я чуть-чуть почитаю исповедание веры вам православного патриарха. Я не буду некоторые фрагменты. Мы верим, что никто не может спастись без веры. Здесь мы имеем в виду такую веру, которая оправдывает в Иисусе Христе, которая возникла с жизнью и смертью Господа Иисуса Христа, о которой возвещает Евангелие и без которой никто не может снискать благоволение Божие. Мы верим, что члены Соборной Церкви являются святыми, избранными к вечной жизни. Мы верим, что человек оправдывается верою, а не делами. Мы верим, что свободная воля мертва у невозрожденных, потому что они ничего благого сотворить не могут, и все, что они творят, есть грех что благодатью Святого Духа воля в возрожденных была пробуждена к жизни, и что действует она также не без помощи благодати. Таким образом, для того, чтобы человек мог творить добро, благодать предшествует воле. Мы верим, что в церкви пребывают евангельские таинства, установленные Господом, и что их два. И так далее. А, вы с чем-нибудь не согласны? А... Удивительно, но, ну, конечно, есть, может быть, некоторые православные моменты, но удивительно. В общем-то, исповедание веры Кирилла Лукариса это фактически кальвинистское исповедание веры. Есть большой исторический спор по поводу того, как так случилось и как Кирилл Лукарис дошел до жизни такой. И некоторые даже пытались доказать, что и не он это вовсе писал, а кто-то другой. Но не важны детали спора. По крайней мере, это исповедание в те времена появилось. Это исповедание, такое, может быть, самая яркая демонстрация, до какой степени может дойти окатоличивание. А до какой степени может, могут западные католические и даже протестантские реформаторские идеи войти в православное богословие. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com. А, понятно, что так далеко не зашли в Малороссии, как Кирилл Лукарис и, кстати, Петр Могила, создатель Киева могильянской академии, он тоже выпустил буквально через несколько лет после исповедания Кирилла Лукариса свой собственный катехизис. Этот катехизис во многом написан как полемика против того, что говорил Лукарис. Но если знаете, катехизис это такие вопросы-ответы. Да? И просто я чуть-чуть процитирую тоже. Что должен иметь православный и кафолический христианин, чтобы наследовать жизнь вечную? Ответ. Правую веру и добрые дела. Ибо кто имеет и то, и другое, есть истинный христианин и твердо надеется вечного спасения по свидетельству Священного Писания. Почему христианин должен прежде веровать, а после того уже делать добрые дела? Потому что никто не может угодить Богу без веры, по слову Павла, без веры же невозможно угодить Богу. В чем состоят все две должности? Ну, там чуть-чуть из предыдущего текста. В трех богословских добродетелях. Так-то в вере, в надежде, в любви. Что есть вера? Вера, по словам блаженного Павла, есть упование, уповаемых извещения, вещей, обличения невидимых, а все ибо свидетельствовавшие выше древние». Или так, вера православная, кафолическая, апостольская состоит в веровании сердца и исповедании устами единого трипостасного Бога по учению того же Павла. Сердцем бы веруются, в правду усты же исповедуются во спасение. Кроме сего, православный христианин должен за верное и несомненное принимать все члены веры кафолической и православной церкви, переданные от Господа нашего Иисуса Христа через апостолов, изъяснены и утверждены вселенскими соборами и веровать в умные, как повелевает апостол. И так далее. Здесь, конечно, помягче, чем у Кирилла Лукариса. Здесь говорится о том, что нужны вера и нужны дела. Более того, когда говорится о вере, вера не сводится к евангельской вере, как у Лукариса. но добавляется еще необходимость верования в решение вселенских соборов. Это гораздо более православная... Исповедание веры, и в нем явно чувствуется некая полемика против исповедания Лукариса. Тем не менее, нельзя сказать, что Петр Магилов со своим катехизисом был совершенно верен православной богословской традиции. Западное образование, западное влияние все-таки сказалось в самой структуре катехизиса, в выборе вопросов, в расположении материала, в методе благословствования. И то же самое потом продолжается и воспроизводится у других авторов, ну, прежде всего, у других авторов, у других богословов, у других учителей малоросской школы. То есть начинается богословствование по так называемому схоластическому методу. А Схоластический, от латинского схолия «школа», Иногда поэтому называют такое богословие школьным богословием. Ну, смысл не в том, что э, школьным в смысле школьники, а вот школьное в смысле следующее схоластическому методу ⁇ это определенная иерархия идей прежде всего восходящее к Аристотелю, когда все рассуждения начинаются там от, от более высших идей, потихонечку переходят к более низшим. Это логика, связывающая все эти идеи. Это вот такая вот стройная, там, пирамидальная структура. На Западе это, конечно, такой яркий пример схоластического богословия. Это Фома Квинский и его «Сумма теологии». И вот что-то подобное с умом теологии, вся эта структура начинает проникать в православие, в православную церковь, в православное сознание, в православное представление о спасении, о вере и так далее. И не то, чтобы православие перестает быть православием, но оно изменяется и, по крайней мере, по внешним формам, а где-то и по идее начинает напоминать католичество. Я часто ссылаюсь на Флоровского, у него есть великолепная книга «Пути русского богословия», где он подробно анализирует все эти идеи. Так вот, он в этой книге, описывая все это, вводит термин, который стал практически устоявшимся. Он говорит, что произошла псевдоморфоза русского богословия. И второй его термин – произошло западное пленение Православного богословия. Оно вроде бы и православное, но теперь оно с католическими идеями, в католической обертке, и уже не очень понятно, где, собственно, заканчивается православие и начинается католичество. Поэтому нам важно понять, когда мы ну, размышляем о православии, о его истории, о православном богословии, что, в общем-то, не все так просто было с плавностью и преемственностью в истории православной церкви. Начиная с 16 века, может быть, в 17 веке особенно, происходит сильное вливание католицизма и западных идей в православие. Пока мы говорим о Малороссии, хотя через Новгород видите потенциал к этому есть и в России, чуть позже обсудим и то, как это проявилось в России. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.